Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичев. Перед просмотром поставьте лайк, комментарий, со стимулом больше снимать для вас видео. Отвечаю на вопрос, правда ли, что с 1 сентября ведут карательную психотерапию, наверное, да, там и так далее. Психов лечить как будто, типа, да, карательную. Ну, как в фашистской Германии, мы же копируем все. Ну, все, что я скажу здесь, это мои фантазии, домыслы, как всегда. Я, знаете, такой фантазер. Что мы здесь видим в данный момент? Что фасоль говорит? Это для того, чтобы устранять людей. То есть, видать, все, кто будет в власти российской, их будут помещать в психушки. Причем, видите, тут смерть, просто убийство в психушках будет. То есть, они себе развязали рукава. Ну, это нарушение всех статей человеческих, но им чихать. Видите? Власть хотят удержать. Преступники, по-русски сказать, поэтому это все будет делать. По фасолинам мы видим, что это делается намеренно для того, чтобы психушкам развязать руки. И не именно пациентов лечить, да, а здесь мы видим именно для того, чтобы заткнуть людей, которые против концлагеря и вот этого режима, да. Вот, их будут помещать в психушки. Это как в фашистской Германии, там в Советском Союзе подобное было. Вот, залечивали до смерти. И здесь мы видим, просто тогда никто не узнает об убийстве. То есть, видите, 4 сошлось, это признак скрытое убийство психиатрами. Вот, ну это будут, естественно, уже не совсем психиатры, это уже какие-то фашисты. И здесь мы видите залечивание до смерти. То есть куча людей, которые будут вякать против этой власти, против каких-то систем, против даже издевательств, садизма. Психиатры вас будут помещать в психушку, понимаете, считать сумасшедшими. Вот для этого это делается. Да, это введут с 1 сентября, это развязание рук и нарушение снова всех конституционных ваших прав. Так что продолжайте дальше терпеть, как говорится, пока вас насилуют. Всем удачи, успехов, Максим Чув, ставьте лайк, комментируйте, пусть удачи.